расскажи что-то о себе, никому этого не говорив. Я рэпер. Есть 80 тысяч носителей родного ирландского в Ирландии. Нет языка без народа, а народ — не язык. Смелые становятся рэперами. Можешь знать слова, но не понимать язык. Знаешь слова песни? Это как студия. Что? А может быть, певица? Ну, я Эбби Роуди. Эбби что? Я певец. Я Роланд 808. Не уверен, что буду таким реальным, как ты. Я певица. Я рэпер. Я певица. Я рэпер. Выгляжу так, словно хочу читать субтитры. Раз, два, три. Хорошо, что я в Ирландии. Я певица. Я певица. Это как стук в дверь перед стуком. Он и его друзья — музыка. Сильное внимание со всех не тех мест. Это просто N двойная ОД. Никакой отброс жизни. Окажется лицом вниз в переулке. Идут от небольшой группы. У тебя есть жизнь, карьера, будущее. Помни, я могу отобрать у тебя все. Специальная доставка. Я медитирую на... Да, больше никакой музыки. Каждый день без плена. Психологическая победа над оккупантами. Никап. Так называемые ирландские рэперы, пропагандирующие антиобщественное поведение и насилие. Я лидер. Держись подальше, Садога. Много времени, тоже бесполезно. Я больше не хочу тебя видеть. Я больше не хочу тебя видеть. Ну-ну-ну, посмотрите, кто это. Bone Thugs без гармонии. Я ухожу. Но эти крики говорят, этому городу не место здесь. Меня в этом году, некоторые правильно говорят на ирландском. Группу из Белфаста критикуют за скандирование антибританских лозунгов. Каждое произнесенное ирландское слово — столб ирландского языка. И они — столпы. Почему бы вам просто не говорить на королевском английском? Ну, пошли посмотрим, кто эта проклятая хуйня, доктор Дренаж.